Белорусский президент на видеоконференции Организации договора о коллективной безопасности заявил, что уроки из ситуации в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан, так как по информации белорусской стороны подобное может произойти в Узбекистане. Что конкретно может произойти в Узбекистане, Лукашенко не уточнил. Подорожание газа, мифические 20 тысяч террористов или интервенция под видом миротворческой миссии, а может и все вместе. Кроме того, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Узбекистану наглядно продемонстрировали, что надеяться не на кого. Пришло время вернуться в ОДКБ. Напомним, 19 декабря 2012 года Узбекистан официально приостановил свое членство в ОДКБ.